Девочки, всем приветик. Давно не снимал видео, вот решила сегодня поснимать. Думаю, хватит отдыха уже. У меня была как бы уважительная причина, почему я не снимала. Я лежала в роддоме, я родила. У нас все хорошо, но я вам потом сниму отдельное видео на эту тему. То есть нас уже выписали, все нормально. А сейчас вот сидела дома, я сейчас одна, Сережа на работе, Женя ушел на день рождения к однокласснице. Они там поехали в кино, там какой-то фантастика-боевик сейчас вышел новый. Потом пойдут в кафе. В общем, я, как всегда, в домашних делах вся. Составила вот такой вот список небольшой. Сейчас пойду в магазин, куплю продукты. Что-то у нас закончилось. Список примерно я составила на неделю. Ну, что-то у нас есть, что-то надо докупить будет. Приду, обязательно покажу вам, что купила. А сейчас хочу вам показать. Мне пришла с сайта AliExpress. Там небольшой заказик из Пандау. Сейчас я вам покажу, что я получила. Вот, девочки, пришла мне вот такая посылка. Это стержень для горячего пистолета. Пистолет у меня вот самый обычный, с фикс прайс. Я заказывала на AliExpress, но мне почему-то его не прислали. Прошло 3 месяца, после, по истечении 3 месяцев, мне вернули за него деньги. Молча, причем продавец со мной не связывался, ничего. Он просто отправил мне деньги, так как срок истек уже доставки. Ну ладно, в общем, вот такие стержни я заказывала. Здесь 20 штук. Вот они идеально подходят именно к этому пистолету с фикс-прайса. Кстати, из фикс-прайса пистолет тоже очень хороший. Пусть он и хлюпенький такой, но свою работу он выполняет. Мне он очень понравился. Потом еще с AliExpress мне пришло... Вот я уже сразу достала. Вот в таком пакетике. Вот тут пупырка. В общем, хорошо все было запаковано. Вот такой вот штативчик. Вот размер его с мою ладошку. Но, девочки, знаете, он очень удобный. Я его заказывала со своей камеры GoPro, так как я снимаю в основном на нее. Ну, на телефоне я редко снимаю. Вот. Смотрите, его можно и летом вот так там на велосипеде ты едешь, да? Сейчас я вам покажу. Вот так. Зацепил на руку, снимай там. Я не знаю, вот на лампу. Да куда угодно вот его можно прицепить. Вот так вот. Снимать. Он очень хорошо держится. Можно просто его поставить с камерой. Вот там любое положение этих ножек сделать. Но я в основном брала его для того, чтобы вешать на кухню, на шкафчик. Так как я снимаю много видео про кулинарию свою. У меня есть отдельный канал, где я готовлю. Мне он очень, ну, удобен для меня, так как большой, особо там не развернешь. У нас кухня маленькая, а я этот повесил там на батарею, на шкафчик, и очень удобно. В общем, вот такой маленький штативчик, он удобен и в сумочку вот так бросить, если куда-то с собой нужно взять. Мне очень понравился. И с Пандау мне пришел такой заказик. Сейчас я вам покажу. Это такой фартучек я себе заказывала. Он мне достался за бесплатно. Я его заказывала за баллы. Вот, смотрите. Он такой клеенчатый. Так как я вот очень много выпекаю, работаю с тестом. Для меня он вообще идеален. Вот. Очень хорошо прошит. Вот видите, сейчас я одену его на себя и вам покажу, как он выглядит. Там были разные расцветки, но не знаю, мне вот эта пандочка понравилась. Очень милая. Вот видите. Сейчас я вам одену, покажу, как он выглядит. Девчонки, ну вот так вот выглядит фартук. В нем даже, мне кажется, хорошо и посуду, да, помыть он не намок, ничего с ним не будет, просто тряпочкой обтер и все. И с мукой возиться удобно.
Это у меня все тряпочные, они мне не особо нравятся. А этот клеенчатый очень хорошо. Вот. Вот так он выглядит. Все, девочки, вернулась я уже из магазина. В магазин я ходила в Дикси, в Пятерочку. Много чего я не купила, потому что я и так еле донесла сумки. В общем, сейчас вам покажу, что купила. Вот взяла Минта рыбку, 800 грамм здесь. Это я хочу сегодня сделать пюре с рыбкой пожарить. Потом взяла пачку сливочного масла. Большая пачка, сколько тут? 450 грамм. Взяла пельмени вот такие иркутские, батон хлеба, бананы. Потом взяла вот такие сосиски, мне очень нравятся, детские, две упаковки. Здесь, по-моему, 330 грамм, что ли. В общем, вот состав здесь у них хороший. Вот, можете сами посмотреть. Нравятся мне эти очень сосиски. Женя меня их любит. Так, потом взяла сливки. Это мы берем всегда на кофе. Творог себе взяла 2%. Взяла чай. Это Женя у нас с бергамотом пьет. Ему нравится Липтон. Водичку такую вот Женя взяла. Спорт. Кетчуп Хайнц итальянский. Потом взяла 3 штучки хурмы. Потому что там выбрать вообще было не из чего. Вся жесткая, не пойму что. Обычно мы фрукты, овощи берем на рынке. Сейчас время уже много, я уже никуда не пошла. И так надо успеть приготовить. Потом 3 штучки груши конференц. Йогурт такой активе. В основном берем активе, потому что там состав тоже... Ну, такой довольно хороший. И Даниссимо мне тоже нравится. Это я Жене взяла растишка, клубника. Потом взяла щебекинский макарон. Там, по-моему, они шли по акции. Вот две пачки. Жене взяла вот такие снежки лепить. Вот видите, туда кладете снег и получаются такие снежки. По-моему, 99 они стоят. Да, 99. Потом киндер взяла. 4 сырка. Вот такие сырочки мне очень нравятся. Они недорогие, вкусный. Состав у них нормальный. Со сгущенкой взяла. Ой, овощи для жарки с шампиньонами. Потом сыр вот такой. И колбаску, нарезку двух видов я взяла. И это пиццу. Я сейчас покажу. Вот у меня тесто здесь, я положила в холодильник, размораж, у меня лежало в морозилке. Вот, в прошлый раз готовила пиццу, вот у меня, видите, написано тесто для пиццы. И заморозила таких 2 колобка на 2 пиццы. Вот сейчас оно у меня разморозилось, хочу сделать пиццу. Потом взяла арахис жареный и копченые ребрышки. Конечно, ребрышки не особо такие... красивый, так скажем. Тоже в основном берем на рынке. Как я уже сказала, сейчас времени нет убежать на рынок. Сейчас по-быстрому сварю гороховый суп. А Жене я хочу сейчас разморозить грудку куриную, отбить и пожарить на сковородке, так как он рыбу вообще не ест. Он рыбу ест только селедку. Больше вообще ни красную, ни такую, ни другую он не ест. В общем, сейчас я вам покажу чек, что у меня вышло по чеку. Так, тут много чего было по акции. Так, это у нас Дикси. Вот, смотрите, на 962 рубля у меня в Дикси покупка вышла. Да, вот макароны по акции 31, так они у нас 45 стоят. Пельмени тоже по акции и сосиски тоже по акции. И Пятерочка, вот чек. А, ну картошка еще вот у меня, но я ее не стала выкладывать. Ее уже брала. Чай тоже шел по акции. Ну, тут много чего по акции было. И, в общем, на 1038 в Пятерочке чек. Ну, и того на 2000 где-то я купила. Но, как я уже сказала, много чего не было. И я не купила, чтобы не тащить. Сейчас у Сережи будет выходной, сходим с ним вместе. Потому что мне и так было тяжело нести.
В общем, сейчас буду готовить пиццу, ужин, суп варить, как всегда. В общем, такие покупки. Вот, смотрите, у меня здесь варится гороховый супчик, он уже почти готов. Значит, как я его варила? Горох я промыла, горох я всегда беру половинками, чтобы он быстрее сварился. После того, как я промыла горох, я залила его холодной водой, довела до кипения. После того, как он закипел, я поварила минут 10 его, добавила вот копченые ребрышки сюда. И ребра с горохом я проварила где-то минут 30. Потом почистила, добавила картошку сюда, вот такую вот соломочку, я ее порезала. И морковку. Морковь я не обжаривала, ничего, просто вот у меня была замороженная, уже натертая в морозилке. Я ее добавила сюда, не хочу никаких ни пережарок, ничего. Вот сейчас за 5 минут до готовности я добавлю сюда лавровый лист, перец и соль. Никаких приправ я в гороховый суп не кладу. И порежу сейчас хлебушек, обсушу на сковородке его. Сделаю сухарики. Женя у меня очень любит гороховый суп именно с сухариками. Вот здесь вот у меня, видите, уже варится картошка. Это на пюре я нарезала. В общем, сейчас все приготовим. Будем кушать. Сейчас обжарю эти сухарики и займусь рыбой. Буду разделать рыбу. Надо будет пожарить ее. Девочки, вот хочу вам сейчас показать, как я буду делать отбивные куриные. Вот филе у меня было 2 штучки, я порезала напополам. Накрываю пакетиком, можно пищевой пленкой. И отбиваю вот так молоточком. Ну все, филешки мы наши отбили все. Теперь выкладываем их на тарелочку. Посолим. Обсыпку я уже для них сделала. Я вам сейчас скажу, что в нее будет входить. Так, вот она у меня уже готова. Значит, в обсыпку я насыпала 2 столовые ложки муки, 1 чайную ложку паприки, чайную ложку чеснока гранулированного и приправу для курицы. Приправу можете брать любую, которая вам нравится. Так, берем тарелочку, высыпаем нашу обсыпку сюда. Теперь каждую филешечку мы будем вот так обволакивать в ней. Сковородку я уже поставила на газ раскаляться. Я обжариваю филе с 2 сторон, потом добавляю водички еще, чтобы она протушилась и была очень-очень сочной. И вот то же самое мы делаем с остальным филе. Девочки, ну вот моя курочка уже протушилась, я уже сюда добавляла водичку, она уже почти у меня готова. Сейчас я хочу смазать ее для более сочности майонезом. Можете также смазать сметанкой. Тут буквально меньше, ну, чайной ложки надо так просто размазать. То есть она так будет еще вкуснее, сочнее. На сегодня моя готовка закончена. Вот что я приготовила. Здесь у меня картошка пюре. В
После того, как картошка у меня закипает, я солю обязательно ее и добавляю немного куркумы, чтобы она получалась такого желтенького цвета у меня. Так, гороховый суп, сухарики. Здесь рыбка жареная с лучком. Куриная грудка очень сочная получилась. И вот такие две пиццы. Начинка для пиццы обычная. Сыр, колбаска. Я ничего не стала, ни помидор, ни маслин, ничего не хочу. Так, просто по-быстрому сделаю. Но она получается тоже очень вкусная. Тесто такое мягенькое. Ну все, девочки, на сегодня я буду заканчивать свой влог. Спасибо, что смотрели мое видео. Увидимся в следующих видео с вами. Всем пока!